там остался, бежать не мог. А Зимок? Умер. Ой, вот у меня невеста. Ой, губки как кизил, глазки как маслины, а кожа как персик. Что ты мне все про эти фрукты овощи рассказываешь? Кто? Какое это приданое у этого? Фрукты. Фрукты, да. А Лобачкин нет, я честно сказал. А если список читать, дня не хватит. Единственная дочь у отца ничего для нее не жалеет. А какая красавица, стройна как тополь, нежна как персик. Я это уже слышал. Кто отец у этого персика, скажи? Я же говорю, а у Лобачкин купец тебе честь оказал, а? Ха, великая честь. Какой-то купчишка еще из Лобара. Зачем так говоришь, князь, а? Сам-то ты где живешь? Не в Лобаре? Временно. Временно? Вот, временно. Да что Тифлис без Лобара? Что? Ведь самые веселые кинто где? Нет. В Лобаре. Самые умелые мастера где? Где? В Лобаре. А самые богатые невесты где? Над рекой стоит гора, под горой течет кура, за курой шумит базар, за базаром облабар. Бесконечный и беспечный, шумный вечно наш облабар. Бесконечный и беспечный, шумный вечно наш облабар. Всех мудрей там мудрецы, все богаче там купцы, и у каждого купца в доме дочь имеется. Все брюнетки, все кокетки, все конфетки, все для тебя. Все брюнетки, все кокетки, все конфетки, все для тебя. Ой, не верю я тебе, Слава, не верю. Не веришь? Тимоте, да. Бегай-ка быстренько, узнаем нашего повара, какой сегодня меню. Хорошо. Павич, зачем бегать? Уже уставал. Ну. А первое черепашний суп. А. Из Парижа. А второе устрицы. Устрицы. Из Марселя. А вино? Вино какое? Бордо. Откуда? Из Бордо. Ну, а суп где? Пароход с черепахами в Батуми застрял. А Бордо? Бордо где? Устрицы подаются после первого. А за Бордо я вашим полез. Подвал. А там 12 бочек шампанского стоит. Никак не могу до них добраться, а? Негодяй, перед гостями меня позорит, а? Не добраться ему, видишь? Да я же отобедал до тебя! Эй, князь, не гневайся! Подумаешь, Бордо какое-то! Ми тебе 600 бочонков Халхизинского принесли! Где оно? Здесь, считай, поп! Считай, поп! Так, денег даем за нашу невесту. 2000 монет. 2000 монет. Лавку в Дегоне, лавку в Маглисе, кроватки, лошадки, подушки, колечки. Я это читать не буду. Почему это ты не можешь? Сколько хочешь, бери. Сколько хочешь, бери. А для молодых каменный дом на берегу Куры. Хочешь напиться? Вот тебе город, вот твой дом. Хочешь купаться, вот тебе курай, вот твой дом. Хочешь умыться, вот тебе город, и вот твой дом. Хочешь утопиться, вот тебе курай. Что говоришь? Погоди, а если на дне? Ай, князь, где курай, где твой дом? Ты про невесту, про невесту скажи. А нет таких слов. От ее красоты глаза слепы, от ее ума с ума сходят. Говорит, как пищит, как говорит.
Что? И по-французски тоже говорит? Ай, не беспокой, как князь. Вот когда я служил при дворе Александра Третьего, там все говорили по-французски. Вы? И не только при дворе, а и на улице тоже. А мы тяжелая. Ханума, ханума, подумаешь, ханума. А ты помнишь, что она с князем Датишвили сделала? Что? Ни на ком потом жениться не мог. Я ее не боюсь. И вообще мне уже терять нечего. Придет, прямо ей так и скажи. Князь уехал в имение. В имение нужно. Кого ты обмануть хочешь? Ну, слушай, ну, тогда скажи ей, скажи. А ну придумай что-нибудь. Ну, хорошо. Слабами, как шоком смех, наши страхи в мире нет. Я в работе день-день скор, продолжаю род людской. Будь ты князь или купец, холостой или вдовец, у тебя лучше стать, всем женю, пожалуйста. Ай, ты у меня и такую на коленях просить будешь. А ты
А этой чертовке кабату я все волосы повыдергаю. А это-то не требует простора. А Никич требует, чтобы я сонный глаз не спускала. Вот так. Так, вальс. Родился он в Вене, а сейчас его танцует вся Европа. Фигура первая. Дама кладет кавалеру руку на плечо. Кавалер нежно обнимает даму за талию. Ты
хочешь счастья своей сына? Ну, конечно, хочу. Ну, тогда подведи меня к князю. Я хочу его получше. Смотри! Что-то жарко сегодня, отче. Да-да-да, так вот, жары не было с 1713 года. Какого года? С 1713. Уйди. Прошу вас, Господь. Нет, уйди меня отсюда. Князь, а вы любите гомансы? Ну, ножа не зенпа. А ты что здесь делаешь? Ваша невеста, дядя, моя! Жена! Ученица! Моя самая любимая ученица! Я учил ее музыке, танцам, хорошим манерам! Я отдал ей душу, сердце, а она... Что такое? Ты что, не знал меня? Учитель, играй романс! Какой романс? Ай, ладно, я тогда сама спою. Акапелло. С кем? Акапелло, говорю. Что уже придумала? Подожди, я хожу сюда, а нахуй.
Слушай, я хочу руки глаза закрывать. Ай, не мешай, я слепую играю. А нам будет. Я сюда, она мне делает шаг. Я ей делаю маги. Ничего у меня не получится. Она по-другому сыграть может. Эй, слушай. Чихай! Или скорее думай! Сейчас Микич вернет! Ой, какой мат будет! На здоровье! Все? Что все? Вот конем надо делать! Каким конем делать, а? Погоди, Микич, за деньгами ездит! Беги скорее домой и приведи сюда самого быстрого коня! Слушай, какого коня? Ай, фаэтон возьми и привези сюда королеву! Слушай, ну какую королеву? Ай, Вайме! Сону, красавицу нашу, а Фаэтон возле калитки оставь, ну? Слушай, а что ты придумала? Комбинацию в три хода. Ты идешь за Соной, Сона идет сюда, а моя Брико идет по кабинету. Ай, молодец! Как я придумала? Ой, хорошо придумала. Молодец, как я. Ай, иди, дай тебе огурчик потяну, иди. Ай, иди. Беги быстрее, Микич! Ой, где этот Тимоте запропастился? Тимоте! Мир дому твоему, Микич! Здравствуйте всем! Здравствуйте! Эй, поздравляю тебя! Эй, сынок! Погоди! Прости! Подарка тебе не приготовил. Не знал. Привет. А впрочем, есть у меня для тебя подарок. Вот, все твои векселя. Все, оплачено. Спасибо. Только деньги я тебе после свадьбы. Какие деньги? Мы сейчас одна семья. И... Майдам! Ты мне скажешь, что племянник с тобой уже договорился? Чей племянник? Мой племянник. Какой племянник? Наш племянник. Договорился уже. О чем? Жениться? На ком? На дочке твоей. Мы ж сюда ради этого и пришли. Сам мою дочку украл. А племянник жениться будет. Племянник жениться будет. А сам мою дочку украл. Интересно получается. Будет? Кто будет и кто украл? Я украл? Нет, я украл. Добродопотяшвили, никто никогда не крал. А кто же тогда украл? Кто украл? Я украла. А еще Тимоте и Яков. Чтоб она счастливой была. И чтобы внуки у тебя красивые были. Не нужны мне эти внуки. И герб нужен. Будет тебе герб. Он, между прочим, тоже князь. Смотри, что вы мне голову морочите? Этот голодранец наш учитель. Это племянник наш. Чей? Ну, мой племянник, мой. Кадет тоже князь Пантиашвили. Ой, какой он князь, если он работает. Ай, не беспокойся. Женится, получит приданое и просит работать. Мне не нужно ваше приданое. Я всего добьюсь сам. Ай, молодец. Молодец, молодец. Сам сделаю сонный счастливый. Ай, да молодец! Ай, да молодец! Что же ты сразу не сказал, что ты тоже князь? Эй! А! Да я тебя обниму! Бедный мальчик сейчас, она подойдет. А как она откроет? Сестра, держи сюда. Я что же начинал без гроша? Ты мне нравишься, Капе. И мне тоже. Я сейчас. Бонжур, князь. Ты, мой-то совсем... А что ты здесь делаешь?
Что? Это какая Гуликова Махнадзе? Это Сона моя дочь. Сона? Это Сона? А где этот мерзавец? Ты кого мне вчера подсунул, а? И меня. Тебя? Давайте выпьем за тех, кто все это придумал.